обычно я так хорошо сплю в поездах. Но здесь как-то сегодня сон не удался. Много было мыслей. А что, мы тем временем подъезжаем в Воронеж. Сегодня состоится... Ну почему-то я не могу накраситься и, и записывать. Что вот она я такая, какая есть. Короче, Воронеж, мы подъезжаем к вам, любимые мои. Сегодня будет крайний концерт нашего такого небольшого тура. Так что собирайтесь все, 11 часов утра сейчас, чтобы прийти ко мне на шоу. Воронеж нас встретил дождем. Прям ух, пока шли по перрону. Ушки отмерзли, ручки отмерзли, но мы будем вас всех сегодня согревать в 19 часов в Вент-холле. Сегодня Воронеж, 4 ноября. Новое шоу. Пасмурный Воронеж. Это Воронежское водохранилище. Дождик капает. Лежать немножко в нормальной кроватке, потому что спина передает мне пламенный привет. Начало всем сегодня, так что, мои хорошие, жду вас всех в 19 часов в Вент-холле, а я еду отдыхать. Как бы название номера намекает мне на Куршавель. Ой, как красиво тут. Ой. Боже, кроватка. Хорошая кроватка. Воронеж, мы добрались. Все, сейчас буду отдыхать. Нормально, чтобы сегодня вам раздать. Ольга Бузова. Ага. 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 Сидят. Чё разложились? Ой. Уберите от меня. Я на диету хочу сесть. А диета? Я хочу сесть на диету, а диета меня не хочет, да. Ну что, мы на площадке Вент-холл сейчас. Бегом на саундчек и буду готовиться к встрече с вами. Послушай, давай. Я говорю, как сейчас.
чем бывают артисты во время санчека. Вот какая тяжелая жизнь у артиста. Пилочка есть, Маша? Сейчас, секунду. Ты так снимаешь не видео, если что-то на привале. Воронеж. Что мы сегодня устроили? Спасибо вам большое. Но это правда было до слез, до мурашек. Каждая песня проживала заново. А финал? Я еще верю в то чувство, которого нет. И весь зал хором. Это дорогого стоит. Спасибо вам огромное. Я вас люблю. Спасибо. Что? Давай, директор. Ну, это был очень крутой концерт. Че? Девочка сегодня просто хвали дала жару. Меня, ну, хвали. Говори, что там я? Ну, сейчас там люди визжат еще до сих пор. Нет, а я. А ты умница. А что я? Я еще верю. Просто. А еще что? А танцы? Танцы я поснимал сегодня. А еще? А голос? Голос. А дыхание? Сегодня практически все пела сама. Даже быки убирали. Даже быки! Вот она, а вот она я. К телу нет доступа, девочка гордая. Девочка, ты растет. Искал идеальную, вот она я. Твоя команда. Рамто тебе дал мне сказал, Маське, я на пенсию хочу. Я что? Не, хуяшеньки. Будем работать. Я такая счастливая, потому что это круто, когда ты чувствуешь, что ты растешь и музыкальный, и вокальный, и танцевальный, и вы просто сегодня невероятный. Вы знаете, я всегда говорю, что у меня на концертах самые красивые девчонки, но хочу сказать, что у меня каким-то образом начинает увеличиваться мужская аудитория. Так что, девчулечки мои, берите на заметку, вообще кайф. Ходят парами, ходят девчонки компаниями, мамы с детьми. Семьи, мужчины, парни, дедушки, бабушки, все. Спасибо большое, это самый настоящий кайф. А еще... Спасибо, что дали тебе всегда шоколадки. Тут драка была за кокосовую милку. Вот, конечно. Подарки, так что все, что вы дарите, все нужно, потому что мы все едим, все носим, все одеваем, все забираем, цветочки всегда отправляем в храм при городе Воронеж. Минск, 17 ноября, 19:00, Центральный дом офицеров. Я жду вас на самой смешной скандальной комедии года «Мужчина на расхват». Билеты в кассах города. До встречи! Это, представляете, моя подружка ехала 3 часа из Тамбова, чтобы попасть на мой концерт. Анечка, Олечка, твоей элегантности и чувству стиля может позавидовать любая королева. Милан и дом Армани ценят твою грациозность и лоск. И рады преподнести небольшой подарок из новой коллекции Armani Exchange. Твоя Аня, Милан, и моя команда. Слушайте, спасибо, боже, как я люблю подарок. Вау, как тут все красиво упаковано. Как долго будут убирать этот номер? Ух ты, как я люблю.
Люблю это все. Кайф. Кайф вообще просто. Это костюм спортивный, офигенский просто. Нереальный. Спасибо. Да, и вот так. А, у меня ушки. Спасибо большое. Спасибо. А, я так люблю подарочки. Ой. Я еще верю. Я чувство, которое во мне. Я еще верю, что сердце останется зверь. Я еще верю. Мой номер кремовый. Я больше не хочу. Ай, как ты знаешь, чувствую.